Национальная палата предпринимателей объявила поиск талантов среди рабочей молодежи. Конкурс «Человек труда» проводится совместно с Министерством образования по 6 номинациям. Это металлургия, горно-химическая промышленность, нефтегазовая отрасль, машиностроение, транспортная система. При оценке жюри будет учитывать вклад участников в развитие предприятия, наличие поощрений за труд, а также инициативные предложения. И хотя конкурс проводится среди технарей, творческая составляющая немаловажна. Заявки принимаются до 10 сентября. Имена победителей опубликуют на сайте НПП и Ассоциации трудящейся молодежи. Порядка 20 заявок. Согласно положению конкурса, они сейчас дают биографические данные свои, фотографию, обязательно делают презентацию. Они могут это делать в творческой форме, выразить это через видеоролик или через слайды. Это, в принципе, на их рассмотрение. Мы сейчас рассматриваем человека труда не только как просто человек, который умеет работать, да, хорошо, но еще, который может где-то активно себя позиционировать. Этот человек должен быть очень разносторонним, очень активным и очень еще любящим свою профессию.